И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я решил записать вот это маленькое видео о том, так сказать, рассказать о последней новости, о том, что стрим номер один, Strategy Red Alert 2, часть 1, конечно же, часть 1, всю игру не получится пройти за раз, запускается на моем втором канале стрим, на моем стрим-канале. Вот, и, собственно, если вы еще не знаете о стрим-канале, но хотите пообщаться со мной, это канал, где вообще не будет, так сказать, упоминание об арке, а именно то, во что я хочу поиграть, и не только я. Мы уже составили маленький списочек, который я со временем буду все исполнять. Вот. И, собственно, буду играть вместе с вами. Так что, если вы хотите пообщаться и так далее, то заходите. Собственно, вот написано 22:00, но по московскому времени стрим начнется в 18:00 по московскому времени. Да, я прям записываю перед стримом, чтобы, ну, так сказать, хоть какое-то упоминание было, и вдруг кто-то не знает. Вот, я поставил лайк, да, проверить, работает, не работает, но кто-то уже поставил лайк, да, уже на меня хоть подписано пока что мало народу, 28 человек, но я одно могу сказать. Хорошо, что вы откликнулись, и это просто замечательно. 28 человек откликнулись, это просто здоровски. А это означает, все-таки есть люди, которым просто нравится общаться со мной на стримах. В общем, ссылка остается в описании и на стрим-канал, и на сам стрим. Так что приходите через час 50 примерно так вот. Стримчик будет. О, смотрите, я убрал лайк, и кто-то лайк убрал. Ну хорошо, я поставлю на место. Вдруг вернется лайк на место. Все, так сказать, в прямом эфире происходит. Ну, это такой сумбурный пока что видосик, но в целом потом будет уже получше. Все, на этом все. Приходите, пообщаемся.